Армянская церковь в городе Баку. Армянская миссионерская церковь в городе Баку была построена в 1869 году. Архитектором был поляк по происхождению Отто Гиппиус. В 1888 году к церкви была пристроена колокольня. Церковь, как исторический и культурный памятник местного значения, включен в список государственной регистрации исторических памятников в Азербайджане и охраняется государством. Антироссийская и антимусульманская пропаганда, проводимая армянской церковью, в которой был обнаружен склад оружия с целью поддержки армянского терроризма, послужила причиной тому, что в 1903 году по инициативе кавказского наместника князя Григория Голицына императорским законом имущество армянских церквей было изъято и передано государству. Как следствие данных событий в 1905 году террористической партией Дашнак Цутюн здесь был убит бакинский генерал-губернатор Михаил Накишидзе. В 1945 году церковь становится центром азербайджанской епархии. В 1988 году с началом Нагорно-Карабахского конфликта, азербайджанцы, жившие в Армении, были изгнаны со своих родных земель и часть их переехала в Баку, а проживающие в Баку большинство армян постепенно покинули город. Имущество церкви было перевезено в Ереван и церковь приостановила свою деятельность. В результате провокации во время январских событий 1990 года в армянской церкви в Баку произошел небольшой пожар. С тех пор церковь была передана во временное пользование находящейся рядом центральной городской библиотеки имени Ленина, ныне президентская библиотека. На данный момент в армянской церкви в сохранности хранится фонд редкой армянской литературы, около 5000 книг, и депозитарный фонд президентской библиотеки. Важное место среди книг на армянском языке занимают религиозные книги. Это Библия, датируемая 1733 года, напечатанная в Венеции, Библия 1817 года, напечатанная в Санкт-Петербурге, Библия 1860 года, напечатанная в Венеции, а также Евангелие 1899 года, напечатанная в Москве. Среди авторов книг на армянском языке, хранящихся в президентской библиотеке, встречаются такие известные личности, как этнограф, археолог Линч, армянский историк Ракел Григорьевич Бабаханин. В коллекции также представлено факсимильное издание армянского языковеда Рачия Акоповича Ачаряна. В фонде также хранятся книги Аристокеса Ластивердцы, одного из крупнейших армянских историков XI века. Большим спросом среди исследователей пользуются книги Арменоведа, члена католической конгрегации мхитристов Гевонда Алишана и так далее. Католикос всех армян Горигин II и сопровождающие его священнослужители 26 апреля 2010 года посетили церковь святого Григория Просветителя, помолились и совершили в ней религиозные обряды.